Тут еще нарушитель. Девчонка. Видел ее? Нет, но этот козел здесь. Черт! Блин, засада! Смотрите, вон она! Здание в этом районе. Выследили ее. Хорошо.
Кумико, она не ушла. Готов. Еще один убитый. Ищем ее. Он что-то учуял. Нашел след. О, Господи! Твою мать! Зараза! Получай. Ha.
Она туда вернулась! Столько отрядов ради одного чужака. Из-за того, что было в школе, не ума. На нас напали! Развернуть цепь, прочесать район. Похоже, здесь шрамы.
откуда к нам лезут эти чужаки? Поймаем одного, спросим. Не, нахер, не рискуйте зря. Не смей. А? Вижу его! Где? Вот здесь! Не надо! Ты что здесь делаешь? Думала, я тебя одну отпущу. Джесси. А где Дина? В безопасности. Приболела. И чем приболела? Она в порядке. Рассредоточиться, она прошла здесь. Черт, как их много-то. Тебе сильно досталось?
Все нормально. Те твои друзья напали. Вообще без предупреждения. Ты же не пошел туда один? Давай только без лекций. Ты сам-то понимаешь, что ты просто кретин. Ага. Конечно. Видишь грузовик? Это твой план? Нам нужно оторваться. Ладно. Готово? Да. Эй, надо действовать по уму. Да. Ну и кого мы тут ищем? Нарушитель. Я займусь тем, что слева. Опять? Нам нужно больше дозорных у стен. Меня в этом убеждать не надо. Может, проверим тот дом? Ага. Восходно. Ладно, кажется, здесь никого. Ну, вставай. Спасибо. Сюда. Ага.
Дина! Привет. Боже мой. Джесси? Да, Дина. О, привет. Ты как? Вздремну и буду в порядке. Давайте зайдем внутрь. Ты права. Идем. Тихо. Как Мария не заметила? Я проскользнул. Проблемы друзей – мои проблемы. Ага. Слышал, ты заболела? Просто с желудком что-то. Ладно, давай устроим тебя. Нет. Это не обязательно. Ой, заткнись. Давно ты уехала из Джексона? Через день после тебя, но попал в снежную бурю в Орегоне. Чтобы нагнать вас, шел 2 недели по 18 часов в день. Да.